14 декабря на корте Центра детского творчества состоялся матч в рамках чемпионата Ивановской области по хоккею среди взрослых команд. На ледовой арене встретились фурмановские дружины «Русич» и «Гризли», которые не раз доказывали свою волю к победе. Перед началом матча глава района Павел Колесников пожелал спортсменам удачной игры, а также провел символическое вбрасывание шайбы, давшее начало матчу между командами. Этот поступок только подогрел азарт соперников. Дан свисток, матч начался. Глаза горели не только у спортсменов, но и у болельщиков, которые с большим интересом наблюдали за игрой команд. На протяжении жаркой борьбы хоккейные дружины выкладывались на все 100%. Они демонстрировали не только высокий уровень мастерства и техники, но и невероятную силу духа. Да, настрой, как всегда, боевой, конечно. Задачи ставим на каждую игру, а не на сезон в целом. То есть, если будем в каждой игре выкладываться, не совершать ошибок, не давать сопернику пользоваться ими, тогда, я думаю, результат будет, и все будет нормально. Сейчас пока думаем, чтобы выйти в плей-офф, а там посмотрим. По мнению капитана хоккейного клуба «Гризли», основные ошибки спортсменов – неправильная смена и глубокое погружение в зоне. Именно по таким причинам в этом матче удача была на стороне команды «Русич». Они обыграли соперников со счетом 6-3. Хочется сказать, что проигравшие игроки показали силу и стойкость. Ведь поражение – это всего лишь новая возможность для роста и улучшения своих навыков. Настроение хорошее, мы работаем дальше, будем играть. Надеемся на лучшее. Хоккей – достойная мужская игра. Как и любой другой вид спорта, он дисциплинирует, воспитывает силу воли и командный дух. Учит жить и бороться за победу в любых ситуациях. По принципу «один за всех и все за одного». Одним словом, в хоккей играют настоящие мужчины. Поздравляем команду «Русич» с очередной победой и желаем нашим хоккейным дружинам новых спортивных достижений. Виктория Семенова, Виталий Узгринько, телеканал «Фурманов ТВ».